Привет тебе, я Коперник. Это мышка, курсор мышки был. Теперь черного квадрата Малевича точно нет. Я проверил. А это игра Южный парк, Палка истины. Мы продолжаем. Мочить крыс. И вообще выигрывать. Так. Подожди ты. Общее. Отлично. Сейчас у нас по заданию нужно вернуть мистеру. Так сделаем, чтобы лучше было. Нужно вернуть сейчас мистеру говняшки его детей. Так, это не перекрывается, да? Печаль, беда. Беда, я сказал. Сука, крыса ебучая. Ладно, ладно, сейчас мы тебе дадим прикурить. Без напарника, да, чуть тяжелее, но... Да ёб твою мать, давай, спускайся. Во, с третьего раза понял. Тихо-тихо-тихо, не сдавай меня, ссаная крыса. На-ка, блядь. Ох, нихуя у вас тут, ребята. Так, папар-папапам. Так, пожалуй, первым делом прощай Давида. Прощай, ссаная крыса. На, блядь. В ярости говно мышиное. А, все, кончилось. Сучья мышь меня трахнула. Да я сам тебе сейчас трахну, ублюдок. Иди сюда, падла такая. Сейчас я на тебя тут надрещу. На! Не-не-не-не-не, стопэ. Хватит! Сука, меня стошнило. Блять. Так, сколько этого дерьма жизни. Проща Давида. Попробуем ее чпокнуть. Если не получится, то я сдуюсь. А я сейчас ничего не могу выпить, потому что меня стошнило. Попробуем. На, блядь. Да ёбаная крыса, блядь, на 156 меня коцнула. Харе тебе. Ничего, ничего. Сейчас мы... Сука, крыса обдристанная. Так, где мы тут ходили? Вот здесь мы ходили. Так, здесь мы проходили. Здесь мы проходили. Это мы брали. Да ёбаный свет. Так, здесь мы проходили. Здесь мы пробегали. Здесь мы что-то забирали. Эликсир скорости, отлично. Так, да иди ты отсюда, куча говна говнистого. Я сейчас из тебя говно, говнотряпки сделаю, говнище говнистое. Так, отбегаем. На, блядь. Сучья крыса, я так и думал, я так и знал. Сейчас мы с тобой распрощаемся, товарищ. В ярости она, сука. В ярости она, падла. О, кончилось. Харе! Тошнота. Еще раз прощу Давида. Прости, прощай. Прости, прощай. Нет! Все, кончилось.
крысиная лапка на счастье. Так. Дом мистера как говняшки. Арио, спасибо, что нашел моих детей. Спасибо, мил человек. Спасибо. Тогда... Когда мне не понадобилась моя помощь, ты можешь рассчитывать на меня, и я приду к тебе точно как дерьмо в воскресенье. Аллилуйя. Только не вызывай меня, сражение с боссами. И у меня, конечно, в голове какашки, но это не значит, что я полный дебил. Я могу тебе помогать не чаще, чем раз в день. Не могу помочь тем, что... Чин покемон, жабополевка. Кусок какашки, призыв разблокирован. Отлично. Жаба-говнёвка. Так, это мы поставили. Так. Давай посмотрим. Я понял. Так, найди союзников. Что у нас по инвентарю? Ничего интересного. Мало. Эльфийский лук, замедляющая ракета. Интересно, стопэ, замедляющая ракета. Наносит дополнительный урон, пробивать. Сука, я не нажимал эту кнопку. Так, удар по всему вражескому ряду, уменьшает количество защитов на 5. Замедляет цель при отличном ударе, замедляет цель. Знаешь что, давай-ка с тебя снимем огненный урон. 50 огненного урона. Нехило так. Так, нахер пошел. Так. 5 брони игнорирую. 10% больше вражеского урона при блокировке отражается. 50% огненного урона при идеальной атаке. 50, чуваки. 50. Это же охренеть. Не могу взять. Сука, заблокировано говно. Ладно, так, тогда огненный урон. Отсюда все-таки снимем его. И запихнем его вот сюда. Что электрический урон, честно, дерьмо. Если честно, это дерьмо. Ну-ка, тошнотный урон. 5 тошнотного, 20 тошнотного урона. Слушай, так это круче. Кусок рыжих лапковых. Фу. Волос. Мерзость. 20 тошнотного урона при идеальной атаке. Так, 10 обдристанного урона пусть вернется к тебе. Инопланетный лазер. Здесь ничего нового абсолютно, как я понимаю, да? Да. Я что, у меня все перчатки сняты? А что у меня не были сняты? Что за фигня? Так. Засаленный парик. Фу. Такое чувство, чтобы мне кто-то от сопли вытирал. Так, парик дедового вампира. Окей, пусть будет так. Слегка похожий на бомжа. Не похожий на тебя. Не похожий. На парике какой-то кусок говна болтается. Не похожий на меня. Просто так прохожий парень. На бомжа похожий, блядь. Так, здесь ничего нет. Инопланетный зонд. Погнали, чпыньк нах. Чпыньк.
Да давай, куча говна, рушься. Ладно, тебе. Так, а вот такие щиты я видел много где, кстати. Приобрел Иисуса в церкви. Бога нет, чувак, я тебе разочарую. Слегка. Эй, пиздюк. Не видел кое-что? Вот это. Пока. Пиздюк. Пиздюк. Так, а что нам теперь по заданиям? Инвентарь способности. Задание. Найди союзников. Создайте альянс с гот... Завербуй готов. Завербуй готов. Они где-то возле школы тусят, как я помню, да? Найди Иисуса, вернитесь к священнику. Кстати. А почему бы нам сейчас к священнику не вернуться? Побор ему. У девчонки есть тайная база. Пардонь, кошка. Не отчаивайся, ведь многие обретают Иисуса, потом вновь его теряют. Но никто не бросит, тот, кто не бросит поиск, непременно будет вознагражден его присутствием. Помни это. Прими Иисуса еще раз. Чё травишь, блядь? Где он? Как-то звучит как-то... Не. Прими Иисуса еще разок. Так, вот задание. Найди Иисуса. Священник предлагает тебе еще раз принять Иисуса. Показать на карте. Угу. Здесь та, это быстрое перемещение Тимми, как я понимаю, но оно... А где флаг Тимми? Вот он. Ну, здесь, в принципе, бежать-то недолго. Что ж поделать, что ж поделать. Что ж поделать. Сейчас будем, сейчас будем. Так. Сныкался без палева, чувак. Иисус, хе-хе-хе. Чудесно, сын монорист, ты за мной не посмотрел. Ты не посмотрел, я всегда буду с теми, кто нашел меня. Ты можешь вызывать меня раз в день, набитый с боссами, не жди от меня помощи. Я их боюсь. Приходи ко мне снова, дам еще. Ты нашел Иисуса. Четкий призыв разблокирован, нифига себе. Так, новые друзья, отлично. Почему у меня вся эта фигня лагает? Что ли? Как ты? Блин, пиздюк, курит. 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 Ах ты говно, блядь. Сучи. Так, подмога. Четкий кусок какашки. Понял. Сейчас мы тебе спроси, Давид, это про... Вщи, дадим спроси. Давай, блядь, всем троим пиздулей отхватили, пидоры. Нифига, броневая защита X2. Ах ты грязь. Ах ты грязь. О, один сдулся. Нормально. Сейчас мы их по-быстрому разнесем. На, блядь. О, нифига ты какой мощный и модный. На-ка, блядь. Падла какая, а. Так, маленькая порция. Думаю, мне хватит маленькой порции их победить по-быстрому.
Ничего, ничего, чувак. Сейчас мы тебя размотаем, Питер. Все, все, оба два кончились быстро. Чтобы знали, как курить. За школой. Мелкие пиздюки. Я могу курить, вы не можете. Мне больше 21. Тайная база у девочек есть. Точно? Точно? Что? Вот это отвратительно. До этого это было щадяще. Так сказать. Что у нас дальше? Завербуй готов. Чел медведос свин, охот на джимбо, проблем бездомных. Тим Экспресс. Я не совсем понимаю, это гейпад у меня лагает или... Ну, вроде нормально работает, странно. Так. Должно нормально работать. Способность доступна. Одно обновление. Офигенно. Вихрь Рока. Так, выполняет... Устрошит. Что выполняет? Нахрена ты переключился? Да, видимо, что-то лагает. Ну ладно, потом с USB-шниками, наверное, разберусь. Этот Switch USB-шный глючит. Так. Да кто тебе, блядь, просил дальше листать? Так. Джиу-джитсу, она неинтересная вещь. Увеличит урон, носимый твой джиу-джитсу, но она очень долгая. Нокаутируешь, ты станешь проворнее. Устрошит всех ближайших врагов, делай их почти беззащитным. После обрезания косой враг становится более почти беззащитным. Прием обрезания косой теперь вызывает тошноту у всех врагов. У всех врагов? А вот это я понимаю. Вот это я понимаю, стопэ. Так, завербуй готов. В Тиме Экспресс нужны все... Флаги Тиме раскрыть. Давайте подумаем логически. Последний флаг Тиме. Где он может быть? Где он может быть, как ты думаешь? Смотри. Раз, два. Три. Так, один здесь. Здесь что-то далеко нет ни одного флага, да? Здесь вот где-то он должен быть. Это вот в этом районе, скорее всего, вот здесь, на торговой площадке. Это что такое? Оружие джимба. Давайте посмотрим, попробуем. Где-то возле торговой площадки, потому что там очень далеко нет ничего похожего. Очень далеко... Телефоны свои играет. Эх вы, детство. Так. Сейчас зайдем до джимба, посмотрим, что он нам посоветует. Ну, я пришел к тебе. Купить-продать. Оружие, деревянный арбалет. Слушай, нифига себе. Арбалет протыкания. Противника за ней. Нифига себе. Нифига себе. Длинный меч воина, в принципе, уже ничего не сделаем. И меч оружия на ремнях. Корзина. Сюда дресни сейчас продадим. Так, крышки, отвертки, флешки. Вилку, к сожалению, пришлось продать. Набор анальной фотосъемки, даже у пришельцев есть хобби. Ну и сколько у нас по бабкам? Да много у нас бабок теперь, нифига себе. Чувак, я только что у тебя... Подожди. Чпыньк. Опа, привет, ёпта.
Требуемый предмет — ключ Джимба. Чего что у вас тут мальчик летает по всей этой? Не, нормально все. Ну, заебись тогда. Тогда все заебись. Бегать, стреляет из бластера. Какого там. А зачем мне к Джимбу надо было идти? Я не совсем понимаю, почему тут у меня метка стояла. Да харе травить, падла. Зачем здесь стояла метка, я так и не понял, к сожалению. Дин Джимбо, расскажи, как ты им, как ты его, как ты победил. Нифига не понимаю. Вот я пришел. Большая охота. Славно. Ты можешь высадил твой последний фрукт. Свой последний фрукт. Из-за этой мыши мы предстали в дурном свете. Не дождусь, когда ты еще прикончишь разную дресню. Так, 15% больше урона отражается. Деревянная рука, я 20% больше урона. И 25% больше урона. Нифига себе. Интересно. Тут, в принципе, ничего интересного. Так, давайте... А что здесь-то? Зачем сюда все указывает? Я хотел бы к Готэм сходить, конечно. Это обязательно надо. Чувак, ты что здесь бухаешь за мусоркой? С тобой все нормально? А, нельзя? Окей, окей. Да, я есть в Фейсбуке. Не входить. Улетел. Щегол. Так, 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 так. Сейчас... давайте-ка сходим все-таки к этому японскому, китайскому ресторану и так далее, да? Посмотрим, что здесь есть. Никаких драк здесь. Сука. Говнючий ресторан. Никаких драк, за тогда я побью всю твою посуду. Я хочу побить посуду, и китайца тоже буду бить. Добро пожаловать, Сики. Вот, пожалуйста, возьмите свои... Подаем так монгольскую говядину, она хороша, я ее обожаю. Ну, привет, монгол. С монголы съедят. Они захватили меня на прошлой неделе, веди себя естественно. Да, монгольская говядина, наивкуснейшая, вау. Она нифига не вкусная. Не ешь, если съешь монгольскую говядину, будешь срать в штаны. Привет, монголь. Прошу, ты должен мне помочь, монголы живут как крысы в башне мира. По соседству я отвлеку взрослых, а ты подберись в башню и перебей их детей. Перебей монгольских детей, когда они решат, что соседство небезопасно, и уйдут. Давай, давай, перебей детей монголышей. О, привет, монголы. Говядина пахнет задницей Лайна Ичи. Что у тебя можно купить, продать? Ключ от башни мира. Так, почему купить? Я хочу тебе продать какое-нибудь дерьмо. Полнейшее дерьмо. Войди в башню мира. Ёбаные монголы. Чермы. О. Чим покемон.
Брокери, чин покемон. Чё такая злая, песок что ли в вагине? Блять, я так и думал. Чин покемон, чин покемон. Ух, нихера себе. Ты что-то сказал? Сейчас тебе четкий сейчас в ебеню. Если размотаем, ну, блядь, обеим сукам гнидом гнилым. Ах ты, сучий монгол. На-ка, блядь. Суки и монголы. 50, 26, 400. На-ка, блядь. Ты еще жив? Сука. Монгольская ига. Ига-га. На, блядь. Педеила. На, падла. Будешь знать, как детеныша росомахи трогать. Педеила. О, блядь. Музыка еще тибетская. Классная. Использованные фейерверки. Целых там куча. Зачем тебе использованный, чувак? Блин, я боюсь, здесь мне одному не сдобровать. Через секунду надо вернуться. Здесь мне одному явно не сдобровать. Мне нужно сейчас по-быстрому мотнуться в школу. Завербовать готов. Добежать до Картмана, взять там того же самого либо Тимми, либо Кайла, не Кайла, как его, Баттерса. Это кто? Новичок, о котором все толкуют. Новичок, это место только для детей готов. Вали отсюда. Что это такое? Приснитесь королевскую крепость Купы против злобных эльфов. Принимаем добровольцев. Прости, Фрод, мы не играем говнюков-разбойников. Да, вали отсюда, новичок. Давайте сделаем, никогда такого не делай. Нет, ни за что, мы не можем сделать то, что он просит. Это же конформист. Гляни на его шмотку и прически. Шмотки и прическу. То, что я тебе скажу, новичок, нормально приоденься и потом подходи, если хочешь доказать, что один из нас должен выглядеть как мы. Возможно, тогда мы будем с тобой общаться. Предмет снят, письмо к мелким готам. Задание, нонконформист. Так, задание. Задание, нонконформист. Купи готичную шляпу, готичные перчатки, готичный прикид. Нифига себе. Подожди-ка. Да ёптель. Шляпу. Перчатки. Прикид. Купи немного кофе. Сильное обжарка. Пачку сигарет где-нибудь в Южном парке найди. Да нихера ты. Готичную шляпу. Готичные перчатки. Готичный прикид. Что такое прикид, я не совсем понимаю. Так, готичная шляпа, это, наверное, где-то вот здесь. На голову одевается, да? Готичные перчатки. Готичный прикид. Найди кофе, найди сигареты. Купи готичную, найди. Кого купить? Того бомжа? Ну, попробуем того бомжа. Там у бомжа много чего было. Так, у бомжа, который где-то здесь тусит.
Вроде как, да? Кофе братьев Твик, отлично. Кофе-то нам нужен. А, вот, да-да, это и там чел медведа свин, и там, в принципе, все остальное мы сможем сделать. Ну, сообщение от мистера Хэнки. Так, кофе. Кофе. Как вас, педрил, оттуда достать, скажи мне, пожалуйста. Так, как вас, педрила, достать из-под скамейки? Так, Твикун помог подсобке купить. Эликсир скорости ультра. Нужно кофе сильной обжарки. Вот. Сильная обжарка, братьев Твик. Раз, два, пусть будет. Потом... Эликсир маны. Эликсир целебный, сильная обжарка. Их там три этих придурка. Сильная обжарка. Сильная обжарка, чувак. Ты где? Кто-то ушел. Странный чувак. Перчатки инока, роба инока. Нифига себе, круто становится защитные очки. Еще эликсир скорости. Давайте посмотрим, что дает. Робы перчатки инока. Так, 6, это 6 брони. Такой, чем врагу бой наносится до 30 урона. Каждая атака высасывает 10 здоровья из твоей цели. Нифига себе у меня здесь. А это сырные подушечки установят 5 здоровья на каждом ходу. Увеличим максимальный запас здоровья на 5 всего-то. Нет, нам это не нужно. Так, ты цель получаешь дополнительно 25 здоровья, кажется, так, стреляющие способности восстанавливают на 10%, на 10 больше здоровья. А это добавляет 3 брони, блядь. 10 лучной атаки. Дальнобойные атаки еще наносят. 5 урона больше. Атаки дальнобойным оружием наносят дополнительный урон. Но не, чувак. Не, чувак, твои перчатки инока — это кусок говна. Если откровенно. Так, надо еще где-то сигарет найти. Найти сигарет. И подожди. И прочие джигурды. Уебать, вас четверо. Вот он где, новичок. Новичок, тебе звал король эльф, ты можешь даться без боя или драться. Предупреждаю, драка — это потеря времени, ты сможешь отказаться от драки и присоединиться к нам. К эльфам? К эльфам, говоришь? Не знаешь? Посмотрим, что нам эти эльфы могут дать. Будем играть на две стороны, а потом при необходимости... придадим одну из сторон. И все. Нифига у вас тут. Кайл? Ты есть новенький, который все говорит, как тебя звать? Он не говорит король эльф, он думает, что фон барон, типа, или чуть типа того. Ты играешь не за тех, чувак. Что тебе направил магистр Жертрест? Мы нарушили его правила. Тебе нужно драться против Картмана. Он прячет палку, а это жульничество. Между прочим, и притворяется. Мы читаем твиттер, то есть сообщение Ворона о том, что пытается он сделать. Только приведи их к нам, тогда мы сможем перевернуть вверх дном все это тупое картоновское королевство. Я верю, что ты сделаешь правильный выбор. Еще, если ты предашь нас, мы всем расскажем, что ты дырка от жопы. Способность разблокирована, уровень 8. Претер разблокирован, Стэн. Не, у них есть принцесса Кенни, она охуенная. Все, 12 тими. Какого разблокировано. А кто там сидит? Keep out написано.
филин. Хуилин. Иди сюда, пидор. Пернатый. Слушай, то вот здесь неплохо можно затариться. Так, наш король может доверять... Что? Наш король доверяет. Может доверять, это не означает, что я обязан. Так, это что у нас тут такое? Нож. Мохила для правоверных. Посмотрим, что это за дерьмо. Так. Понижает производимую... Понижает атаку производимую целью. Нифига себе. Чувак. Союзник короля эльфов. Мой союзник. Лавка для моя для тебя открыта. Имидж, снаряжение. Так, это ничего интересного. Оружие, большой лук. Двумя снарядами. Критический урон двумя снарядами при отличной атаке. Но здесь дополнительный урон пробивает броню. А вот это совсем другое дело. Рекурсивный лук. Четыре снаряда. Критический урон четырьмя снарядами. Нифига себе. Клинок мародера. Да, блядь, 20 урона при идеальной атаке. При идеальной атаке цель начинает истекать кровью. Нифига себе. У меня 8 уровень уже. Парик эльфа, парик эльфийки. Кельского триквер. Триквера. Да, оружие на ремнях. 25. Стопка 25 центов монетов. 50 урона при атаках оружия. Хуясь. Что ты продаешь? Люди расставили по городу флажки, бив территории эльфов человеческой собственностью. Колодец говорит, что равновесие будет восстановлено, если избранный. Что порвет? Разорвет все флажки, вот тут эти что ли? Уничтожь плакат на пруду Старка, уничтожь плакат в детском парке. Уничтожь плакат в районе дома Стоуни. Кардажащий себе барда. Флейта, у меня флейта мог бы играть фа-фа-фа-фа фантастические мелодии. Если бы только у меня была бы фа-фа-фа-лейта, я предпочел бы фа-фа-фа с Facebook. Ты знаешь, ты знаешь. Все пропало, мои контакты, карты, список друзей. Великанша забрала все. Бездушная она. Укради у великанши мой айфон. Так, завербуй готов, нонконформист. Это долго будет выполняться. Монгольская говядина, чель, медведь, свин. Проблемы бездомных. Логические песни великанша. А, давай. Давай доберемся до сюда. Вот мы, собственно, дом огибаем. Его чуть-чуть. Дом Кайла, дом Стена. Я сейчас, в принципе, здесь рядом нахожусь, да? Погодь. Что тут у нас? Погодь, кстати. Кстати. 20 броня атаки, 15% при идеальной атаке. 15% при идеальной атаке. Жал за разрушение... Цель начинает блевать, и это невозможно вылечить. Нифига себе. Нифига себе. Так, а здесь у нас сейчас что? 50 оружия при атаках оружием. 50 урона при атаках оружием. 25 ледяного урона при идеальной атаке. 30 тошнотного урона при идеальной атаке. Нифига себе. 50 огненного закрыто, к сожалению. Блин, 30 тошнотного. Либо просто 50 урона при атаках оружием.
15% урона при идеальной атаке. А если сюда 20 урона? При атаках оружием 50 урона. Слушай, давай тогда сделаем так, 25. Так, забомбим сюда 30 тошнотного урона. Высасывает до 50 здоровья цели истекающей крови. Нифига себе. Нифига себе. 30. 50 урона при атаках оружием. Вообще, по-моему, шикарно. Там еще плюс проценты. Вообще шикарно. Вообще шикарно. Да. Какой юмор. Что тут у нас? У евреев валяются трусы. 3 из 5. Почти готово. А, одну штуку ты электробульбик, короче. Электробонг. Чем ты живешь у нас? Маска Чубаки, какая-то дресня. Все понятно, ничего неинтересного. Так, что тут у нас? Пейсы? Оу. Понял. Так. Деньги. Что это за изменения? Кассета. Че? Брюлики. Маленький медальон. Ключ от гаража Брафловский. Нифига себе. Нифига себе, что у нас есть. Пиздюк с Айком. Так, ладно, погнали. А, не в ту сторону. Так. Подожди, подожди. Я это должен был сделать, пацан. Жевательный табак, нихуя себе. Мыло на веревке. Сейчас. Сейчас будем монголов дотыкивать. Ой! Есть! Тоу! Заебок. Теперь помыться. Я купаюсь под дождем. Под дождем. Заходи, чувак. Нет, это будет по-гейски. Я купаюсь под дождем. Один такой под дождем. Оу-оу-оу-оу. Е. Пири-пи-пи. Пири-пи-пири-пи-пиу. Пири-пи-пири-пи-пиу. Подождю. Чувак, что тут насныкаешь в недрах своего гаражищи? Чин покемона. Стигмата. Что тут у нас? Баки Кайла. Маленький магнит. Маленький пиздюк. Заткнись. Тряпка с граблями. С тяпкой. Тряпка-тяпка. Подожди. Где я? А, все, понял. Пардоньте. Пардоньте. Сейчас будем с великаншей сражаться, ёпта. Где эта сраная великанша? Где эта сраная великанша? Она наверху. Если я умру, передай парням, что я храбро сражался.
страйкбольный трофей, почему он выглядит как... Оу, да. Улица Воина, это типа Mad Max Road of Fury. Четыре из пяти трусов. А. Что это, где это, где должно быть, я не совсем понимаю. Это типа твое движение для того, чтобы прийти к кровавым ограм. Так, вперед, вверх, вперед, вниз, вперед. Окей. Грязевая борода Стэна. Какая милота, калькулятор. Вперед. Вперед, вверх, вперед, вниз, вперед. Что? Выходи, пидор. Как хочешь. Тампон из волос Черу. О, черт. Как же хуёво, блядь, это. Давай, сила пальца. Либо спичку зажёг. Сейчас, блядь, я зажгу спичку, падла. Хуй тебя не сортирка, понял? Грязь. А, подожди, какашка, собрать же её надо ещё, забыл. Точно, сколько раз. Погнали. Отдай мне мой айфон, демон. Тем маленький валючка. Я прибыл под каплением, если как-то справишься с обоими. Ах, сука, хай, блядь, наваляем. Сука, блядь. Так, а сколько у него жизни? А, иммунитет к оглушению. 7000 у нее, да? Так. Значит, сейчас нам нужно сделать, скорее всего, обрезание косой. Вихрь Рока. Скорее всего, обрезание. Правда, не знаю, что это можно обрезать. Ну ладно. Меч Стэна, способности. Метка смерти. Так, запускать смотрительный диск у врага. Диск может поражать несколько врагов один за другим. Нескольким врагам. То есть это в основном в кучу их его пулять. Нифига себе ты коцаешь. Оу. Падла какая, а? Ничего, ничего. Сейчас... Маленькая порция целебного эликсира нас подхилит, и мы... Я сейчас инопланетным зондом прохерачим. На, блядь, падла. Тут, мне кажется, это долго будет. Вишневая бомба, сука. Гниль. Фу. А, это кремовый фреш. Ой, зачем я опять съел им? Блять, не тем съел. Ну окей. На-ка, блять. Грязь. Чувак, тебе срочно нужно 40% здоровья отхилить. Ну-ка, сука, великанша. Угу. Ах ты ж... Харе! Ты, блядь, нахуярила мне просто дико. Да ладно тебе.
Большая, маленькая порция. Чувак, чувак, живи. Подожди, подожди-ка. Блин, проща Давида. Может, с магией что-нибудь он может сделать? Рев дракона. Р вниз, пока не держи газ, а потом Р вверх. На-ка, блядь. Стошнило, отлично. Это заебись. Метка смерти. Что она делает? Я так и не знаю, правда. Ну ладно. А-а-а. Классно. Слушай, то еще халявная метка смерти. Нифига себе, у нее вообще там. Сука, завалила. Еще наблевала, падла. Сучка. 3000. Не-не-не-не-не-не-не-не. Воскрешать надо чувака. Срачняк надо воскрешать. Инопланетным зондом эту сучку долбить. Падло. Подожди, я же нажал на кнопку защищаться. Так, окей, ладно, ничего страшного. Маленькая порция целебного эликсира на этого чувака. Важней. Извини, чувак, но ты реально. Он реально важней. Так, диск пом. Диск мощи. Диск мощи. Поменяться напарниками. Так я, блядь, мог взять Баттерса? То есть я сейчас реально могу взять Баттерса? Че я тупил? Нет, подмога не следует. Да, кажется, реально сменю напарника, блядь. Баттерс, конечно. На-ка, блядь. Харе! Заебись, он просто хиллер офигенный. Случайно разрушительную атаку выполняет. Что мне здесь нужно делать? Нихера себе. Ринеть. Нифига себе. Да мочи давай Баттерса, срать вообще. Харе убить, он уже мертвый чувак, чувиха. Подожди. Эликсир маны сейчас надо втрепать. Обязательно. Эликсир маны большой. Сколько? 120 очков маны, 70 очков маны. Нужно захилить ману, короче. К следующему бою, на всякий случай. Чего? Чего? Дурная баба, блядь. На, сука. Это было твое последнее слово. Возьми мой айфон. Иначе познаешь силу пиздюлей. Вот из моей комнаты, вонючка. Вонючка. Преклонись перед тобой, истребитель великанов. Отлично. Заебись.
Так. Становление баланса. Уничтожьте флажки. Так, подожди. Это, то есть все флажки, которые... Так, на крупную дичь охота. Подожди. Все-таки да посмотрим. Нифига себе. А по компаньонам группа. Кенни. Ух, нифига себе. Power Accord. Ослабляет противников, укрепляет союзников. Наярит на следить, добавляет очков в своей команде. Усыпляет врагов. Будут пропускать ход до тех пор, пока сами не проснутся или их не разбудят ударом. Ой, да ни хрена себе. Джимми, Джимми наш выбор. Ладно, товарищи, спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Это игра South Park The Sticks of Through. Ладно, все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если что, у меня стартовал мой личный, ну как личный, мой твиттер же, нет, не твиттер, как его, мать моя женщина, как он называется. Твич-канал, вот, Твич-канал. Там либо уже начались стримы, либо скоро начнутся стримы. Не знаю, как все пойдет. Туда тоже заходите, смотрите, расписание будет, все будет, все будет, все впереди, все круто. Все, всем пока.